59 секунд. Ты вышел через 59 секунд. Ты все равно его не знаешь. Потому и спрашиваю. Он хороший человек. Имя у него есть? Он ездит по стране с командировками. В общем, я еще сама толком не знаю. Понятно. Это то, что ты искала? А скайп у тебя есть? Найди, пожалуйста, мне. Мне очень нужно тебя видеть. Я очень тебя прошу, пожалуйста. Найди, мне правда нужно тебя видеть. Если, конечно, ты не позвонил сказать, что наша встреча была ошибкой. Когда найдешь скайп, позвони мне. Я теперь в курсе всего. Твой коллега, он меня подробно расспросил о том, насколько у нас серьезные отношения, и объяснил свой взгляд на проблему. Нельзя идти на смерть, если ты знаешь, что тебя кто-то ждет. Вы там все ненормальные. Почему ты мне ничего не сказал? Что это, трусость? Обман? Я больше не смогу тебе верить. Да нет никаких 3 месяцев, я с ума сойду. Я буду думать каждый день, что ты можешь быть уже мертвым. Пожалуйста. Пожалуйста, не звони мне больше никогда, пожалуйста.